Шаббат шалом, дорогие друзья. И сегодня наша недельная глава называется «Иди к себе». Парашат Шавуа, Швычина, Залех Леха. И прежде чем мы начнем нашу главу, я хочу, чтобы мы вернулись в главу предыдущую, главу Ноах. И там освещаются две ошибки, которые совершило человечество. Первая ошибка – это то, что было помышление людей зло во всякое время. Что привело к потопу. И вторая ошибка – это то, что люди были заражены одной идеей – сделать грандиозную стройку. И начальником этой стройки был Нимрод. Корень этого слова – нерет, бунт. И Писание говорит, что он заразил бунтом народ. И народ сказал, что мы сделаем себе башню, чтобы сделать имя себе. То есть мы будем строить город и башню по своим законам. Нам не нужен Бог, мы будем сами как боги, мы сделаем себе имя. И Богу нужно было срочно вмешаться, чтобы остановить эту стройку. И Писание говорит, что он смешал языки и рассеял людей. И в послании, в Деяния апостолов, в 16 главе говорится, что от всего, от одной крови и плоти он произвел весь род человеческий, дав каждому народу землю, время и место обитания. И 25 стих говорит такие слова, чтобы они искали Бога, не найдут ли Его. Это 15 глава, 25-й стих. Чтобы они искали, то есть он их рассеял. Чтобы они искали Бога. И теперь наша глава начинается с человека, которого Бог призвал. והפרשת שבוע שלנו מתחילה מאדם שאלוהים קרא לו. И она начинается, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, от дома твоего, и в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земли. Посука хада дарба. И то есть мы видим, что Бог призывает человека по имени Авраам. И Писание не говорит нам, что он до этого делал. Но Писание говорит, что ему было 75 лет. И Мидраши поясняет нам, что он до этого времени познал ту силу, которая управляет всем миром. והמדרש אומר לו שלפניכן הוא הבין את הכוח ששולט בעולם. И эта сила, которая была Бог. והכוח הזה זה בעצם אלוהים. И в один день он ему говорит, что ты выйди из Харана. ויום אחד הוא מצא מחרן. Из той земли, из той семьи, где ты жил. תצא פשוט מאותה משפחה שאתה נמצא. В ту землю, которую я укажу тебе. לאותו מקום שאני אראה לך. И вот вы представьте состояние человека, которому 75 лет. ותדמיו בן אדם שהוא בן 75. Оставить все, что он до этого делал. שהוא צריך לעזוב את כל מה שהוא עשה עד עכשיו. Родных людей и идти туда, куда он не знает, куда идти, куда ему укажут. Но тем не менее, он берет свою жену, племянника, и, как Влад прочитал, и те души, которых они сделали, то есть тех людей, которые они уже привели к познанию Бога. И он идет в Ханаанскую землю. И написано, что Господь явился Аврааму и сказал ему, потомству твоему я дам землю, эту. И поставил там Арам жертвенник Господу, который явился ему. И дальше написано, что оттуда он двинулся к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от Вифиля был он на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа, явившегося ему. Пасук шмоне. Да. То есть здесь написано, что он поставил свой жертвенник. На западе стоял Вифиль, на востоке стоял город Гай. И на иврите Гай означает груда камней, опустошение.
בעברית הוא שם את המזבח שלו מזרחית לעיר גיא. ויפיל בית לחם, את אדום בוגה. ומערבית לבית לחם, שזה בית של אל. То есть он поставил свой жертвенник между опустошением и домом Божьим. אז הוא בעצם שם את המזבח שלו בין ריק לבית אדוני. И жертвенник это не только то место, на котором приносила жертва. ומזבח זה לא רק אותו מקום שעליו הביאו את הקורבנות. Жертвенник это было то место, на котором он и проповедовал ханаанскому народу. זה גם היה אותו מקום שהוא בישר בעצם לאנשי כנען. Потому что хананеи они были идолопоклонники. כי אנשי כנען היו עובדי אלילים. И состояние их душ было в опустении. והמצב של הנפשות שלהם היה ריק. И задача Авраама была направить их в дом Божий. והמשימה של אברהם הייתה לכוון אותם לבית אל. Чтобы они следовали за Богом. כדי שהם ילכו אחרי אלוהים. И дальше мы видим, что написано, что был голод в той земле. ואז אנחנו מבינים שהרעב בארץ הזאת. И Аврааму приходится спуститься в Египет. ואברהם היה צריך לרדת למצרים. И дальше он опять становится перед одним испытанием. ושוב פעם הוא הולך לניסיון. Потому что он говорит царе, что ты красива. ואומר לאשתו, את יפה מדי. И что если египтяне увидят тебя и твою красоту, ומצרים יכולים לראות אותך ואת היופייך, они приведут тебя в дом фараона. הם יקחו אותך לבית פרו. И ты скажи, что я твой брат. אבל את תגידי שאני אח שלך. Потому что завладеть, они хотят завладеть тобой и убьют меня. כי הם רוצים לקחת אותך ואז הם יהרגו אותי. И Сара слушает Авраама, она называется своей сестрой, его сестрой. Сарай осает машу Амалла. И она попадает в дом фараона. И магия лебедь паро. Но написано, что Господь поразил дом фараона сильными ударами. Вас катув, что Элой меинишет бейт паро, бемакот работ. И когда фараон позвал Авраама к себе, он говорит ему, почему ты сказал, что ты не сказал, что ты ее муж. Вефаро Амалле Авраам, лама шикарта ли, лама ломата шата баала. Почему ты сказал, что ты ее брат? למה אמרת שאתה אחיה? И он говорит, выйди от меня. ואז הוא מסלק אותו. И Писание говорит, что Авраам выходит с табунами мелкого и крупного рогатого скота, серебром и золотом. אז כתוב גם שאברהם יצא ממצרים עם צאן גדול, כסף וזהב. И дальше написано, что между Авраамом и его племянником начинается спор. והיה ויכוח בין אברהם ללוט, אחיין שלו. Потому что у того были стада и у того стада. כי המקנה שלהם היה גדול מאוד. И Авраам говорит Лоту, что я не буду с тобой ругаться. ואברהם לא רצה לריב עם לוט. Возведи очи свои, и куда ты хочешь, туда и иди. אז תיקח את הרכוש שלך ותלך לאן שאתה רוצה. И написано, что избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. וכתוב שלוט בחר לעצמו את עבר הירדן. И Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры свои до Содома. Авраам ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עד סדום. И написано, что жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. ואנשי סדום רעים וחוטאים לאדוני מאוד. Но Лоту очень понравилась окрестность. И глаза его выбрали богатую землю. Она была как египетская. ולוט בחר את עבר הסדום כי האזור הזה היה מאוד יפה לעיניו והוא הזכיר לו את מצרים. Несмотря на то, что написано, что жители этой земли, Содом и Гоморра, были злы пред Господом. למרות שהיה כתוב שאנשים של האזור הזה היו רעים לפני אדוני. И что вскоре должен произойти суд над Содомом и Гоморрой. ועוד מעט היה צריך לבוא משפט על סדום וגמורה. И вот чем было беззаконие Содома сестры твоей и дочери ее. В гордости, пресыщении и в праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Это написано у Иезекии. Иезекиил 16:49. То есть четыре греха, которым были поражены эти города. Ине зе ая авон садом ахотех гаон шиват лехем вешалват ашакет аяла волевнотеа вияд ани вевьон ло ихзика. Это гордость. Пресыщение, это гава, тава, праздность и отсутствие милосердия. Вехосер хесед верахамим. И эти четыре греха, они привели к половой распущенности, которая в Писании называется садомизм. וגם ארבעת החטאים האלה הביאו להפקרות, הפקרות מינית. И вот представьте, к чему прилепилась душа Лота и его жены. וזה בעצם למה שלוט דבק, לאותו אזור עם האנשים האלה. И в 19 главе мы видим, что когда ангел Божий, он вывел
Лота, его жену и двух дочерей, и он им говорит: бегите, спасайте души ваши. וכשמלאכים הוציאו את לוט אשתו ואת שתי בנותיו, אמרו פשוט תברחו משם ותצילו את נפשכם. Прольется сера и огонь на эти города. כי עופרת תרד על הערים האלה. И только не оглядывайтесь. ואל תסתכלו לאחור. Потому что погибнете. כי תמותו. Но написано, что жена Лота, она оглянулась. וכתוב שאשתו של לוט הסתכלה לאחור. Она еще не могла освободиться от той мысли, что она оставляет все имущество, все богатство. И לא יכלה להשתחרר מאותה מחשבה שהיא עוזבת את כל הרכוש שלה. И она превратилась в соляной стол. ונהייתה לעמוד מלח. В послании от Матфея в 16 главе Иешуа говорит. במתי פרק 16 כתוב. Что толку человека, если он приобретет весь мир? מה טוב לאדם אם הוא ישיג את כל העולם? А душе своей навредит. אבל יעשה נזק לנפש שלו. И жизнь человека, она не зависит от изобилия имения его. וחיי אדם לא תלויים ברכוש שלו. Вы помните, когда вдохнул Бог дыхание? Писание говорит, что и стал человек душою живою. כתוב רק שאלוהים נשף את הרוח שלו בתוך אדם, רק אז אדם נהיה חי, נפש חיה. И наша душа, она представляет нас. והנפש שלנו זה אנחנו. Помните, как Бог сказал Адаму, что проклята земля за тебя? אלוהים אמר לאדם, האדמה מקוללת עבורך. У каждой души, у каждого человека здесь на земле есть сила своими мыслями и поступками делать как и благословение, так и проклятие. לכל אדם בעולם הזה יש כוח להועיל ולהזיק לאדמה הזאת. Потому Бог говорит Аврааму, я дам тебе силу благословлять. ואלוהים אמר לאברהם, אני אתן לך כוח לברך. Потому что благословлять гораздо тяжелее, чем делать зло. כי לברך הרבה יותר קשה מאשר לקלל ולעשות רע. И он говорит, что толку, если ты приобретешь все, как жена Лот, она приобрела, но потеряла душу свою. ואין שום תועלת אם אתה תשיג את כל העולם ותאבד נפשך, כמו שאשתו של לוט היה לה הכל, אבל היא איבדה את נפשה. И наша душа, она имеет способность и страдать, и унывать, и плакать. ולנפשותינו יש גם יכולת לסבול ולבכות. И Иов в 10 главе говорит, что моя душа жить не хочет. В таких страданиях он был. Иов рошем בפרק 10 אומר, נפשי לא רוצה לחיות יותר. Царь Давид говорит, душа, почему ты страдаешь? Иди к Господу. ומלך דוד אומר, נפשי, למה אתה עצובה? תלכי לאלוהים. Иешуа говорит, что ищите прежде Царствие Небесного. וישוע אומר, חפשו קודם את מלכות השמיים. А все остальное я приложу. וכל השאר יתפסף לכם. Что есть в Небесном Царстве? Царь. מה יש במלכות השמיים? יש את המלך. Который говорит, возлюби меня всем сердцем своим и всей душою своей. והמלך אומר, תאהבו אותי בכל לבבכם, בכל נפשכם. И который говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. ואומר, תבואו אליי כל העמלים. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. וקחו את עולי ותלמדו ממני. Ибо я кроток и смирен сердцем. כי אני ענב ונמוך רוח. И найдете покой душам вашим. ותמצאו שלום ושקט לנפשותיכם. Наш шалом. Шалом зависит от Бога. А шалом, пнеми שלנו, תלוי באלוהים. Слово шалом имеет корень лешалем. Амила шалом, יש לה את השורש לשלם. Иешуа говорит, я заплатил своей кровью за твой шалом. וישוע אומר, אני שילמתי עבור השלום שלך בדמי. Но прежде чем получить шалом, ты должен научиться от меня. אבל לפני לקבל את השלום הזה, אתה צריך ללמוד ממני. Чему? Ибо я кроток и смирен сердцем. כי אני ענב ונמוך רוח. Кротость и смирение. נמיכות רוח וענווה. Это то, что мы должны иметь. זה מה שאנחנו צריכים שיהיה לנו. Есть два примера в Писании кротости. ושתי דוגמאות טובות ישנו בכתובים. Это женщина сирофикинянка, которая сказала, я собака. И я не претендую на хлеб, который ты приготовил для детей своих. זו אותה אישה שלא יהודיה, שהגיעה לישוע ואמרה, אני כמו כלב. Я буду довольствоваться крохами, которые упадут с твоего стола. ואני אהיה מסופקת מכל דבר שיפול משולחנך. А второй человек был сотник, который сказал Иешуа, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. ואדם השני היה שר המאה, שאמר, אני לא ראוי שתיכנס לביתי. Два человека огромной веры, которые вошли в Писание. ושני אנשים עם אמונה גדולה שנכנסו לכתובים. И которым Иешуа сказал, вы получили спасение. וישוע אמר להם, אתם קיבלתם את הישועה. Вы знаете, это очень серьезный урок для нас. זה שיעור מאוד רציני עבורנו. Сегодня очень много есть методов, как отвлечь нас от этого. יש דברים רבים שמסיחים את הדעת שלנו. И телевидение, и интернет. זה גם האינטרנט, גם טלוויזיה. И очень много сегодня нам предлагает мир. והעולם מציע לנו דברים רבים. Но Бог не будет менять этот мир. Он его просто закончит с приходом Мессии. אבל יום אחד העולם הזה יפסיק מלהתקיים. И у нас есть всегда путь, по которому пошел Лот с женой.
ויש לנו את הדרך לבחור, אותה דרך שלוט בחר בה. И путь, по которому пошел Авраам. או הדרך שבחר אברהם. Потому что в Писании к нам, к евреям, написано, что Авраам искал город строителем и архитектором, которого является Бог. כי אברהם באמת חיפש את העיר אשר המהנדס שלה ומתכנן היה אלוהים. И так как мы являемся с вами, неважно, с каких мест мы приехали, мы являемся детьми Авраама по вере. ולא חשוב מי אנחנו, אבל אנחנו בני אברהם לפי האמונה. Давайте всегда будем искать город, архитектором, и которого является Бог. בוא תמיד נחפש את המקום והעיר שמהנדס שלה אלוהים.